Иди к папе. Давай еще шажок. Иди к папе. Ничего себе! Боже мой! Едва год исполнился, а как уверенно ходит. Мама бы тобой так гордилась. Слушай, малыш, я знаю, тебе не нравится, когда папа тебя оставляет. Но потерпи минутку. Побудь тут, пока папа сбегает в кабинет. С тобой все будет в порядке, сынок. Я мигом вернусь. Да.